Они пришли в футболках с изображениями отважных сынов Азербайджана. Дети военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной войны в Карабахе, чтят память своих героических отцов. С участием молодежи 26 июня День вооруженных сил Азербайджана отметили и в военно-морских силах. Детям организовали прогулку на корабле военно-морских сил, а в качестве символа мира они выпустили в небо белых голубей и воздушные шары. В этом году 26 июня для военнослужащих азербайджанской армии имеет особое значение. Они справляют его с победным настроем. Для повышения боевой подготовки, морально-психологического состояния, социально-бытовых условий и здоровья личного состава из года в год осуществляются целенаправленные меры. Я горжусь тем, что служу в войсках азербайджанской армии. Благодаря победе наш флаг развивается в Физули, Джабраиле, Шуше. Мы очень рады этому. Все это удалось благодаря нашим героям и ветеранам. После победы этот праздник мы будем отмечать особо торжественно. Благодаря победе в 44-дневной войне мы в очередной раз продемонстрировали свою силу всему миру. Я с гордостью могу сказать, что мы отомстили за наших героев, погибших за защиту территориальной целостности, и освободили наши земли. На территории воинских частей созданы необходимые условия для службы, проживания и досуга солдат и офицеров. При этом продолжают проводиться мероприятия по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава подразделений азербайджанской армии. Вооруженные силы укрепляют свой потенциал, а военнослужащие гордятся тем, что находятся в рядах победоносной армии. Эсмиралиева, Сеймур Гулиев, CBC.